Соликамский район готовится к 4-му народному форуму. В нем примут участие представители всех 7 поселений. О том, как проходит подготовка к событию, расскажет Евгения Константинова. В актовом зале администрации Соликамского района сегодня собрались члены оргкомитета. Кабинет наполнился оживленным разговором. Поводом для очередного совещания стал очень важный момент в жизни Соликамского района. Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами очередной раз собрались на нашем очередном оргкомитете, посвященном проведению нашего самого главного мероприятия на территории Соликамского муниципального района – Народный форум 2014. Вот уже на протяжении 4 лет все жители Соликамского района могут оценить работу главы Олега Полякова и его команды, высказать свое мнение и пообщаться. Сегодня видно, что район расцветает и идет уверенно в будущее, не на словах, а на деле. Как и прежде, на Народном форуме соберутся делегации практически всех поселений 7 ноября. Но перед этим нужно еще выполнить работы «Непочатый край». Согласованная. Значит, на сегодняшний день у нас заказана вся полиграфическая продукция, то есть у нас определен подрядчик, кто у нас по дискам работает. Уже традицией Народного форума стало вручение всем участникам небольших памятных подарков, которые, безусловно, согревают душу. Но не только такие приятные сюрпризы будут ожидать гостей на Народном форуме. Но это останется пока за занавесом этого грядущего события, о котором мы обязательно расскажем в дальнейшем. Евгения Константинова, Сергей Зибзеев, телекомпания «Соль ТВ».